отпусти. Нажми несколько раз, так отпусти. Все видят? То есть даже один палец. Я делаю это один. Да, то есть он фактически сейчас лежит, он лежит под своим весом, просто вот так вот. Да. Значит, я поясняю. Вот, давай, прокрути колесо, подними его, я покручу. За седло подними. Вот мы видим, что раз, два, три, четыре, пять, шесть пневмозажимов. Один чуть-чуть сместился, но не суть важно. А не вылетит? Вот этот вылетит, но его покрышкой зажимает. Не суть важно. Ну нет, видишь, оно же свободно ходит вот так вот. Ну да. То есть его можно сейчас назад заправить там.